твою мать. Я лень. Есть живой. Офигеть, блин. Я не хотел падать. Он сам. Этот придурок сам. Тебя как спустить, а? Ой. Тоже тебя камешек можно кинуть, что ли? Да, господи, ты что такой неженка, а? Еле живой, блин. Ты упал, господи, с высоты прям такой вообще офигенно. Просто высокой. Ага. Мне кажется, я бы эту и упал. Встал бы, да пошел дальше. А в принципе, зимой с гаражей прыгал. Было такое хобби. Один раз на твердое место приземлился, и ничего. И все окей было. Думаю, этого хватит. Раз закидать тушнягу. Может, туда кинуть? Что же, поездка там? Да блин! Черт! Че, останавливается? Ну, мне пофиг, если что, у тебя рано кровоточает. Давай быстрее забирайся. Но, на. Ну и ваш выплен. Может, как-то еще дернуть нужно. Ну, ну ничего не происходит. Ага. Может, еще кинуть. Я просто реально, у меня других идей больше нет. Большой камень же такой. О! Е-е-е! Морг! Ой! Ха-ха-ха! Зачем сюда? Я не думаю, что мне хочется что-то делать в морге. Там, небось, этот монстр ходит. Почему мне так кажется? А может не ходит, может ходит, может не ходит, не знаю. Так. Да тупые воспоминания бесят. Она уступила. Кто? Тень. Правда? На какое-то время. Пойдем. Давай уберем это и немного отдохнем. Хорошо. Куда? Вниз по коридору. В морг. Там... Что, есть и другие трупы? Ты отлично справился, Даниэль. Нам пора. Пойдем. Блин. Что там делать в этом морге, чертово? Да что? А. Ой-ё. Что? Что случилось? Откуда все эти трупы? Где я? Что происходит? Помогите! Кто-нибудь, помогите! Чувачок, тебя можно задавить, а? Как, ну, ты меня бесишь.
Но... Нет. Три дня. Это безумие. Почему сюда никто не приходит? Эй! Кто-нибудь! Я что, один? Помогите! Помогите! Я так устал. Если я засну, то вряд ли уже проснусь от этого кошмара. Прошу, Отче на небесах, забери мою душу во сне. А, опиум. Ты-то мне сейчас понадобишься. Ладно, пока не буду. О! Ладно, пойдемте отсюда. Подальше. А, кстати, вот я взял то, что нужно. Так. Что-то Даниэль стал медленно ходить почему-то. Я откуда? Я пришел отсюда, да? Паутинка. Чё трудниц у меня так много? Ага. Чё, всё-таки неправильно я пошёл. Неправильно я пошёл. Тогда куда? Сюда. А, нет, подождите. Сейчас я здесь. А, вот, а, сейчас, когда сюда нужно идти. Ой. Ой-ой-ой. Я слышу твое дыхание, Даниэль. Ты меня слышишь? Не передумал? Так, у нас совсем чуть-чуть. Сутки. Блин, дофига всего, короче. Опиум. Тух. Не хочу это трогать. Буду читать. Получается, какая-то инъекция больше в коллекторе можно было работать. Может быть, мне ее тоже надо будет выпить со временем? Еще одна записка. А, тут уже то, что, ну, какие-то грибы там, короче. Которые мешали жить, ну, там, гриб, то есть от них люди умирали. Вот придумали вакцину. Что за... Может, с того что-то сделать нужно? Эти бабушки долбану. Вот это, может, зачем нужно? А, в смысле, невозможно расколоть череп. Ой, блин! О, господи! И... Что-то нужно... Может, по башке долбануть? Ой! Вообще капец. И что нужно сделать, мне, кстати, интересно. Можешь я подолбить? Капец. Хотя я не вижу смысла его... Хотя, мне кажется, его кровчем может быть нужна, потому что там же в коллекторе это... Дышать нельзя, можешь это еще ставить? Вау. Я не знаю, что это еще можно сделать-то. Ой, господи.
ты что сделал? Ты себе его это вколол? Даниэль, ты просто молодец. Ты гениален. Боже мой, неужели я это делаю?